Театр для детей – место, где рождается особая атмосфера сказки. Попав сюда, малыши искренне верят в происходящее на сцене, воспринимая игру как жизнь. Ребенок, ну, знаете, вот если вы сейчас посмотрите, дети сейчас все очень довольны, очень счастливы. Ёлки-метёлки, я не поняла, где сундук. Я скажу, но мне нужны гарантии. Новый год и подарки ждут все без исключения, а особенно эти дети. Они лишены очень многого, порой самого главного – полноценного общения с окружающим миром. На протяжении 9 лет благотворительный фонд «Луч света» вместе с Белгородским театром кукол проводит областные новогодние елки для детей с ограниченными возможностями. Интермедия, вот, допустим, сейчас конкретно она будет учитывать особенности детей, которые к нам пришли. И наши актеры замечательно справляются с такими детками, потому что они подготавливают специальные загадки, игры, и, учитывая вот эти особенности, они их проводят. Танцы, подвижные игры, загадки, песни – все это помогает раскрепоститься, преодолеть стеснение и включиться в творческий процесс. Пора наш волшебный посох зажигать! Раз, два, три! Спектакль «Морозко» погрузил детей в сказку, которая понятна ребенку любого возраста и с любыми особенностями здоровья. Хорошо, спектакль, мне понравился. Внимание, уважение и забота – вот главные цели для тех, кто окружает детей с ограниченными возможностями. А искренние улыбки и хорошее настроение этих ребят – лучшая награда для организаторов. Мы ежегодно проводим областные новогодние елки. К нам приезжают дети не только с города Белгорода, но и со всей Белгородской области. В этом году мы проводим один утренник, а 3 года подряд проводили 2 утренника подряд новогодние. Ну, из-за пандемии в этом году мы обойдемся одним утренником. А после спектакля детям подарили сладкие подарки. Анастасия Никонова, Виталий Петренко. Такая неделя на Мире Белогорья.